Я не знаю, нормальных игр по лицензии давно нет, а делать контент на чем-то надо. Почему ты не можешь на тебя данной тематике делать обзоры по другим играм? Зачем? Фидбэка нормального не будет, а так и просмотр студию делать несложно вроде бы. Знаешь, кто ты? Ты Додик. Чел, это была мука. Что? Нет, я не про это. Ты снял отличный обзор про Дипони. Так в чем твоя проблема от тебя данной тематики в мультсериалах? Ладно, все, мне пора. И ты попался в ловушку.